Okay, who is my Disney parents? Что? Okay, who is my Disney parents? Ну, у меня неплохо, у меня норм. Батёк идёт. Николаич опять пробило. О, Николаич! Печенюшек решили, поддыхи в натуре, Николаич, ну как тебе? Говорить не распробовал. Что ты за херня, не пойму, 10 штук сожрал. Морда твоя протокольная, блядь. Хулиган местный, блядь, в натуре. У кого? Я не умею, у меня нету записи экрана. Подожди, Мариночка, девочки, кто-нибудь поставил запись экрана? Девочки, запись экрана. Катрин поставила, спасибо, моя зайка. Так, а что будет происходить? Маринка, не чуди. А, я думал, она льва испугалась, сука. $400 стоит лев. Вове, дал реакция какая? А мне чел 300 кусков задонатил, и я такой, спасибо. Марина, ты чё, с ума сошла? Если Вася, это Василий, почему Иван не Ванили? Я потому что это байденовцы, это американцы, они внедрили в наши русские скрепные имена свои байденовские, понимаете, свои байденовские буквы и поменяли значение каждых слов. Обожаю эту бабку, она такую хуйню несет, это пи***ц. Она там про украинский банк АТБ расшифровку ебанула. Обама, Трамп и Байден. Вот кем придуман этот банк. Как скачать видеокарту на компьютер? Срочно. Помогите, пожалуйста, у меня черное говно, что делать? Мне пи***ц. Мне 14, что мне делать? Мама постоянно по ночам кричит, и что папа, наверное, ее обижает. Как мне быть? Помогите по химии, как доказать наличие кислорода. Закрыть учителю нос и рот. Почему у меня не получается в Майнкрафте построить мост из России в Америку? Потому что санкции. Почему примаркет? Это что за хуй? Надо подписаться. Это пиздец. Бать, правое ухо охуевает. Всем привет. Я Александр Гукиневич, и я выгляжу вот так. Хотя, наверное, не так важно, как я выгляжу. Намного важнее, как я говорю. А говорить я могу спокойно, романтично, информационно, деловито или активно драйвово. Блять, долго думал. Гроб Hello Kitty. Купили гроб для ребенка, сильно заболел. Ребенок выздоровел. Гроб, к сожалению, не понадобился. Чё за ху... Заказала костюм 42 размера, а пришло это на собаке сидит круче, чем на мне. Комп, превращающийся в мангал трансформер. Срочно. Подруга вчера сделала тест на беременность, и он показал крест. Что это значит нам 14? Ребенок христианин? Чё за хуй? Иногда я думаю... Если на его нос поместить повязку оранжевую, то это будет Микеланджело. Бля... Иногда я думаю, бля... Подумал. Хуета. А что им показывают? Мой стрим смотрит? Я думаю, они на Мазелова сейчас глядят. Пытаются слова угадывать. Look, watch out. Two's right here. Write that right here. No. Захожу в автобус, спрашиваю человека. Извините, а этот автобус идет до Жулян? Да, идет!
Вот он человек, которому я когда-либо что сказал. Меня всегда спрашивают, а вот скажите, метро там? Я такой, да. Ну типа, что, нет, вам нужно пройти. Да я ебать, я просто да сказал. Все, и он похуярил. Где я, нахуй? Я на трассе! Ну что ты на трассе, блядь, работай теперь. Папа, отправь мне кружок и скажи, как сильно ты меня любишь. Пошел нахуй, Рустам. Ванна теперь моя, блядь. Папа, отправь мне кружок. Бургер-кик-говно! Потом булку, наверное, купил 100%, блядь. Что? А как я сам у себя, блядь, вылез в рекомендациях, хуй? Это чё за ЧСВ-телефон, ебаный? Он же сейчас в турбину полетит. А. Сидит, блядь. Ой, хочу котика потискать, блин. Говноед. Папа-кот пришел. Папа-кот пришел. Чему ты детей учишь? А почему они маленькие, такие красивые, как будто соседские? А когда вырастают, они вот, ну, другого, по-другому выглядят как-то. По Пикату жопу нюхают. Вот так, да. Да оно въебало сейчас прыгнет, я тебе отвечу. Да не трогай ты эту хуйню, блядь. Может, если я поднимусь немного. Что? 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 Да ну не трогай, сука. Можешь быстрее раз 10 сделать? Что ты... Не томи, ну. Ух, ёпта. Напряжёнка, слышите? Да вот это хоррор какой-то прям. Секундочку, погодите, чел. Я что-то нервничаю максимально, блин. Непредсказуемый уебан какой-то. Я вообще боюсь пауков, я никого не боюсь, ни змей, ничего. Вот это, ой, это ужас. Да посади ты его уже, ну! Бля, я бы дихлофосом все залил. Я у бабки бежал сразу, говорю, дай мне этот рейд свой. Вот так, бало перцовкой ему залить все. Ну, пожалуйста, что ты, ну, что ты так долго все это делаешь? Ну, можешь побыстрее? На 100% в камеру побежит. Да ладно. Вот тупой, а, паук. Ебать, он сам насрал, наверное, в штаны уже. Сука! Ебать, я вообще не ожидал, что он выпрыгнет оттуда. Я сейчас бы похавать мясо. Ой, это чисто мужская тема. Бля, кто чем укрывался на тусовке, когда одеяла закончились? Блядь? Я, короче, подушками, блядь, укрывался от дивана какого-то чужого, блядь, друга. Бля, ну просто это реально чисто мужская тема, знаете? Девчонки так, наверное, не делают. То есть это только пацаны. Кто чем, там телевизором, блядь, кто-нибудь укроется. Бля, это чисто, чтобы тепло сохранить и уже, ну, выспаться и проснуться такой, блядь, с кайфом поспал. Вот я подушками, пакетами какими-то от доставки еще укрывался. Боже, что это за... Это Миша, который пукнул. У нас либеральный мир! Мы бездомные! Продолжай историю, мужик. Я буду говорить вам одно, потому что я был, когда была то. Мужик, ну завязывай, давай поскорее историю какую-то. Это долгая история. Через это. Я хочу сказать. А я хочу жить. Они вроде забывают, нас уже забыли. Вот это у меня сходка, да?
Эй, ты, да-да, ты, немотивированный говно. Запомни, если обидели, не обижайся. Если ударили, не ударяйся. Ты не неудачник. Ты удачник. Удачник. В этом жизни тебе открыты все ворота крашеные. Даренному коню в попу не смотри. Раз на раз выйди со своими «не хочу», «не могу». Да, мы видели это, очевидно, да. Но просто, блядь, это еще раз так же смешно, как и в первый раз. Что, вы будете спорить с этим? И прогиб заткнись, как розетка, ты током бьешь 220 вольт, ты знаешь об этом. В твоих руках будущий ты и сын твой молодец, мне кажется. Не унывай. Дыши, а то умрешь. Ты не дурак. Ты можешь дальше, больше, камон, и в ребаре бучанца. И запомни, раз, и на два, три, четыре. То есть навсегда. А ты кетеркендиша. Кушай. Много. Кушай вкусно. Сосиски в тесте. Эй, ты. Да-да, ты. Я не понял. Он микрофон забыл выключить, что ли? Опять этот алхимик варит что-то. Мы варим зелье регенерации. Это просто нектар. Okay, put the soda in the bag. I said put the soda in the bag. Go, 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 go. No one saw me, no one saw me. No, please. No, sorry, sir, I'm sorry. No. Go. Where the hell is he? Is he coming? Okay. Иди, долбоёб, сука. Фу, как дизлайк поставить. О, я смотрел, фул там не очень. Сука, блядь. Шот скайп. Я не знаю, как можно такое не любить. Нежнейшие жареные мозги в хрустящей панировке. Это деликатес, я их просто обожаю. Это брокколи. Осуждаю теги, блять. Кто-то скажет, фу, как можно есть блюдо на любителя. Все зависит от нашего восприятия. Мозги — это такое же мясо, как и все остальное. Нихуя пиздёшь, блядь. Печень, как сердце. Так это не мясо, блядь, алло. Печень и сердце — это не мясо, блядь, алло. Ты готовишь и не знаешь, что ли, этого? Например, и ничего страшного в них нет, абсолютно. Мозги отвариваю, макаю в яйцо, затем обваливаю в панировочных... Это не мясо, блядь, алло. Это по-другому называется. Панировочных сухарях и на сковородку. Бля, соседский котик тоже любит мозги. Соседский котик, блядь. Сука, соседский котик, блядь, ему мозги скорбили. Я хотел бы свинку похавать такую вкусную. Ой, я хочу кушать, ребят. Так, это бан? Почему в женском туалете всегда чисто, а в мужском хаос? Доказывает ли это что-то? Это пиздёж, в женском туалете всегда грязно, блядь, обоссано, и везде прокладки, и всё валяется, блядь. В мужском, если ещё мимо нассал, это чисто нахуй там. Я всегда сру мимо дыры. Что делать, если зелёные какашки? Срочно. Уже на протяжении месяца у меня вылезают зелёные какашки. Ты откуда знаешь? Может быть... Так это девочки сами рассказывали, причина. Блядь. Другу покушать принеси. Что делать, если у меня в жопе застрял одеколон? Я Владимир. Мне 39 лет. Захотелось новых ощущений, и как итог, в моей жопе примерно на 1 сантиметр застрял одеколон. Как вытащить? Меня такое не ждёт, я надеюсь.
С этого, садись, блядь, на бутылку одеколона и вертись против часовой. Это гениально, прикиньте. Крышка в жопе, блядь, одеколона состряла, значит, надо жопу ставить одеколон и крутиться, чтобы закрутить и вытащить. Сейчас ебанет сальтуху. Где такой пустой каток, я не понимаю. Хоть один каток пустой покажите, где нет детей со своими учителями и псевдохоккеистами, которые всех за***ли. Сделайте, пожалуйста, каток, где этих всех не будет, блять. Можно так сделать? Почему каток, который сделан для людей, потом превращается в частную залупу какую-то, я не понимаю. В итоге, блядь, все ждут, нахуй, пока там какой-то пиздюк, блядь, лет 6 с учителем еще будет разгонять, блядь, всех. Да иди ты нахуй отсюда вообще, блядь. Построй свой, блядь, этот каток и там катайся, нахуй. Нет, мне не надо фары мыть. Смотрите, я чат. Хочу, чтобы... Смотрите, смотрите внимательно. Смотрите, смотрите все. Смотрите, смотрите все, смотрите внимательно. Завидуйте, все. Привет, Владимир. Вот так-то коллаб произошел. Что это значит? Переведи, я не понял. Иди нахуй, сука. Девочки, я влюбилась прямо сейчас. Заверните одного такого мне. Срочно. У вас там что, TikTok хаус какой-то, блядь, или что? Вы заебали уже, блядь. Вот она, вот это мечта. Кто это, скажите? Анна де Армас. А, так это актриса, ребят, фула нету. Успокойтесь. Холодно на турниках, б***ь. А это шо, б***ь? Hi, I'm street photographer for England. Can I take a few pictures for you? Я немецкий изучаю, я английский не понимаю. Скажи что-нибудь на немецком. А ты бы смог бы выбрать меня, зная, что у меня 4 деток, я живу в деревне, у меня нет богатств, нет машины. Иди нахуй. А ты бы смог... Только чистая душа и разбитое сердце, сердце четырежды, видимо, блять. Это могли бы быть мы с тобой, но ты играешь в компьютер. Бля! Я выкупил сразу с нулевой. Ой, ебать, я лошадь ебаная. Чё, говна поел? Что должно произойти, чтобы я BMW купил, сидя в России, нахуй? В натуре скатился, блядь, походу. Я рад, что живу в такой прекрасной стране, как Казахстан. Ну чё? Я рад, что я живу в такой прекрасной стране, Казахстан. Тут очень чи... Блядь. Можно не так близко? Я рад, что живу в такой прекрасной стране, как Казахстан. Я рад, что живу в Казахстане. У нас очень красивая природа и чистый воздух, который наполняет меня. В Казахстане есть... Ёб твою мать. Я рад, что живу. О! Сюда! О, судил максимально.
Но это, кстати, по факту, вот кроме вот этих слов. Вот эти слова я не поддерживаю. Остальное все как бы по факту, бля. Вот это со своим... Вот это вот, блядь. Фу нахуй. Кому это вообще нравится, блядь? Да! Между прочим, русские ученые провели ряд экспериментов, и теперь, внимание, у наших русских солдат будут сами отрастать руки и ноги. Нихуя себе, блядь! Специально вот эти вот, я думаю, что на базе фекалюши, они разработали... База фекалюши, блядь! Какой-то нано-препарат, ребята. Такого еще в мире не было. Так и сказали по телевидению, что сейчас у каждого русского солдата, который вернулся без рук и без ног, сами будут отрастать новые руки и ноги. 3D, бля! Где посетить эти вебинары, скажите? Я прямо сейчас такой беру, отменяю подписку посещать вебинары Яндекса и иду туда, к ней. Стримы Жоры, бля!